Скотина, обязательно было поджигать замок? Ты должен был выбраться незаметно. Зачем проливать реки крови? Ты оставил мне ключ от кандалов, но не шапку-невидимку. Трис, как ты? Я больше не королевская советница. Я потеряла должность, дом в Изиме. Говорят, я ведьмачья любовница. Девка королевского убийцы. Ты сама хотела блистать в высшем свете? Нет короля, нет законов. Теперь в Тимерии правят гниды вроде Кимбальта и Моравеля. Только старый Ян Наталис еще может навести порядок. Наталис далеко. Кроме того, у него нет шансов на корону. Он слишком низкого происхождения, в отличие от барона Кимбальт. Не время рассуждать о политике. Ты узнал что-нибудь об убийце? Неделю назад мой информатор во Флотземе сообщил, что с Йорвитом видели здорового лысого мужика. Его портрет совпадает с твоим описанием. Значит, Флотзем. Долго туда плыть? Пару дней. Фактория лежит в лесах на границе с Саидирном. Там хозяйничает Йорвит. Вы готовы? Отправляемся. Трис? Да? Давай уединимся. Ты займешься моими ранами. Да. И расскажешь о Йеннифер. Все в подробностях. Даже о том, о чем говорить не хочется. Даже о том, что может быть больно. Все на палубу, Эйна швартовы. Берегите борт. Якорь чист, капитан.